Всем кукусики, вы на канале Kimi Family. Попиваю свой терафлю. Я простыла, а папа все равно едет со включенным кондиционером, да? Пусть я болею, пусть мне дует на мои ноги. Ну и видок у меня, конечно. Я собралась вообще, не накрасилась, ничего. Тяп-ляп и готово. Такое небольшое видео, не знаю, получится, не получится. Большой такой вложик хотим записать. Мы поехали в Ансан, нашли какого-то бухгалтера, так как папа у нас ведет предпринимательскую деятельность, да? Нам нужен бухгалтер. Сначала мы обратились к русскоязычным бухгалтерам, так они такую сумму зарядили, мама не горюй. Сколько они, Арчи, попросили у тебя? 600 тысяч в месяц. Представляете, это независимо от того, что продал ты машины, не продал машины, платим 600 тысяч. И нужно подписать договор и ежемесячно оплачивать. Да. Говорю, ну это вообще, конечно, безобразие, 600 тысяч. Ладно бы, если у нас там, ладно бы, если бы мы продавали машины. Сколько? Мы все только две машины продали, да? Угу. Ребята, кому нужен автомобиль, скорее обращайтесь, наш папа вам сделает все по высшему разряду, подыщет, отправит, все будет чики-пуки, без всяких наценок, да, или как ты там говоришь? Да. Вы будете оплачивать только, получается, стоимость автомобиля, ну и плюс расходы по Корее. Так что обращайтесь. Вот сейчас, и мы нашли бухгалтера. Мы нашли другого еще бухгалтера, тот зарядил за разовое обращение по 400 тысяч. А, даже за разовое 400 тысяч, да, нашли. Короче, русскоговорящие товарищи рубят бабла на ровном месте. Вообще ни за что, просто ни за что. Там подать... Это как, это просто на возврат налогов, Арчи? Это же не вести твою деятельность. 400 тысяч, да я сказала, да вы что, совсем... с ума посходили. Мы тут нашли, да, мы нашли за 200 тысяч. Бухгалтера нашли, да. Она сама кореянка местная, но она говорит по-русски. И она сказала, да, я вам помогу. Я сейчас вас сведу с корейским бухгалтером. Но она 200 тысяч в месяц. Это еще куда ни шло. Это по-божески. Чем наши. Наши обдирают, как хотят. Вот на таких... лохах, как мы. Ой, а что у меня здесь морщина собралась? Ну что это такое? Я старею с каждым днем. А я так не хочу стареть. Началась жара, духотища такая, влажность такая. Вот прям из дома выходишь, вот только тебе в подъезд вышла, бабах, как будто вот все, ты в сауне. Влага невозможно. Ладно, из машины тут закругляю свой разговор. Свое прямое включение, пока не будет ветра. Здесь столько много иностранцев. Мы идем, и вообще одни, мне кажется, одни русскоговорящие, да, Арчи? Ну, русскоговорящие, я не знаю, кто там, индусы, Бангладеш, вот это тоже все очень много. Хотел бы ты жить здесь, в Ансане? Я бы, наверное, тоже не хотела жить в Ансане. Я бы хотела жить в Пусане. Я хочу в Пусан. Я тоже хочу в Пусан. Поехали в Пусан. Выйти на 5 автомобилей в месяц. Вы слышите, нам надо выйти на 5 автомобилей в месяц. 6, чтобы мы могли поехать в Пусане жить. Вещать оттуда свои вложики. Ты какая-то дура. Давай, нам нужно на 5 этаж подняться. Не коляй, что ты разговариваешь? Давай. У меня весь зуб, ну когда я сделал этот зуб?
Эти зубы мне надо делать. Еще ходить мне до сентября. Поставят только сентябрь. Я ничего не удаляю, ты просто поешь. Ничего не пою, что ты говоришь? Что здесь? Консультация, продление, регистрация, та-та-та-та-та. Ну, все, да. Они не смогли бы вот сюда поменять? Вижу вас, Лук. Угу. Там нету никого, Арчи, еще? Вид, конечно, из окна какой-то серый, унылый. Станция Ансан. Не чмякай меня здесь. Ты чмякаешь, все слышно. Арчи, мы с тобой как два этого жматяры. Не стали оставлять машину на парковке, как крохоборы. Оставили возле торгового центра. Я не знаю, правда, сколько там эта парковка будет стоить. 3, 4, 5 чуников в час. Не мы, а ты, да? Жук. Что-то мы пораньше приехали, на полчаса пораньше стоим. И что ты хочешь сказать? Позвони ей вообще. Чего ты прячешься, бизнесмен? Бизнесмен, выйди, чтобы тебя видно было. Блин. Позвони ей вообще. Почему у меня столько морщин собрало? Все из-за тебя. Потому что ты уже стареешь. Все из-за тебя. Дай денег на операцию. Отойди из кадра, если ты не хочешь, чтобы тебя показывали. Позвони, если бы у меня были бы деньги, я бы, наверное, вот вообще все себе оттянула. Может, мы не здесь, сюда не приехали. А куда ты должен приехать, если ты здесь прочитал на русском языке? 516-й кабинет. Тебе идет консультация. И ты говоришь, что мы приехали не сюда. Здравствуйте. Нас угостили витаминчиками в офисе. Что мне нравится в корейцах, да, они постоянно какими-то вкусняшками угощают. Дай мне, открой мне тоже питание. Не делай такое лицо. Ты всегда так делаешь, я знаю. Лишь бы мне вот чуть поменьше оставить, да, но надо выпить глоточек. Пойди вот тут. Ой, какой он сладкий. Вкусненько, холодненький такой. Все, мы подписали сейчас договор с бухгалтером. Представляете, сейчас она стала проверять. Мы обращались к русскоязычному бухгалтеру, чтобы она там провела, заполнила там декларацию нулевку. И еще за то, что мы одну машину отправили, она должна была нам оформить как, Артур? Возврат налога? Да, возврат налога. Но сейчас это бухгалтер посмотрела, сказала, что никаких документов на возврат налогов она не подавала. Я в шоке. Нам везет, как у купленников. Так вот обманывают своих же русскоговорящих, да? Или они считают, что это вообще 100 тысяч, наверное, они думают, что это для них вообще не деньги. Сколько раз мы зарекались не связываться с русскоговорящими. Недавно был случай, обманула турфирма. Пак Анна. Деньги получила, но мы так и никуда не уехали. Эти деньги она себе сложила в карман и была на этом лутовка такова. Наверное, наши деньги родила. Там от нее пострадало, я не знаю, человек 300. 300 человек, да, пострадало с этими путевками. Ну, наверное, я запишу такой ролик. Большой. Ты что, кому отдал? Дали нам вот такие в метро салфеточки, а ты кому отдал, Арчи? Попросил человек. А где мы? По рынку прошаримся. Нам вот... Где мы? Да я не хочу здесь ходить. Смотри, у меня видишь, сколько много помидоров? Кого? Какая большая чашка. А вон, а по 3 чайника давай купим? Ну, я тебе смотри, какая. Арбуз, смотри, какой будет. Ничего.
14. Зачем ты меня сюда завел? Это что за арбузики? Какие-то тоже маленькие арбузики. Не знаю, но у нас еще дома лежит арбуз, я его еще не съела. О, беру вот такую чашечку помидоров, 3 чоника. Че? Большие еще возьми. Какие большие? И еще вот эту, вот уже паксу возьму, 5 чоников. Че ты там взял? Чё? Она вот до сюда так, типа глубокая, ты поняла? А они вот только до сюда идут. Ну и что? Что мы там берем 3 чоника полкилограмма? А здесь нет полкило. А сколько здесь? Ты проверь, хорошие они или нет. Нет, нет, чё их проверять? Да потому что они могут быть тухлые. Она. Да, здесь. Все, мы купили, короче, как обычно. Я зашла домой, папа у нас там паркует машину. После этого рынка мы, как обычно, пособачились пух и прах. Ехали всю дорогу с надутыми губами. Это у нас обычная практика. Так что всем пока, не ругайтесь, берегите друг друга. До новых видео!